Что? Вторая хэллоуинская обнова за день? Ребята, это второй ролик за сегодня, ведь сегодня вышло две крупных интересных обновления в стендоффе и в Brawl Stars. Brawl Stars мы уже отстримили, отсняли, а вот в стендоффе я еще не чекал и даже не заходил. А мне говорили, там аренда скинов вышла. Ох, у меня, ребята, идейка есть одна интересная. Усаживайтесь поудобней, ставьте лайкос, берите вкусняшки, подписывайтесь на канал и погнали. Посмотрим, что там за обнова в стендоффе. Let's go! Ну что ж, новый загрузочный фон. Сезон называется Nightmare. В общем, Хэллоуин 2024, ребяточки. Вот такая вот заставка нас встречает при входе в игру. Ну давайте посмотрим, что там завезли, что там интересненького в игре нас ждет. Оу май! Сразу нас встречает краткое объявление этой обновы. Режим кошмар, коллекция Nightmare, рынок аренды, вот это меня интересует, и обновленный крафт. Ну что ж, затестим. Ху-ху, просто новая менюшечка, так немножечко все по-другому. Ну, кстати, говорили, вроде должна быть какая-то меню, как в КС-ке, да, типа там оперативники должны быть в главном меню, что-то такого еще нет, наверное, это не в этой обнове. Так, что у нас тут, естественно, какой-то подарок граффити. У меня 10 тонн на балансе, это, кстати, пока что мало, но мы, ребята, это поправим, потому что я хочу сегодня весь свой инвентарь сдать в аренду. Кстати, блин, обидно, что эту функцию добавили именно тогда, когда у меня, к сожалению, пропали самые топовые скины. Очень обидно. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас Battle Pass, ребяточки. Кто хочет в хэллоуинскую прокачку попасть? Все, что нужно выполнить, это парочку простых действий. На это видео ставим лайк, подписываемся на мой канал, и в описании есть ссылочка на мой телеграм. Прямо сейчас туда подпишись, ведь все прокачки я делаю через свой официальный телеграм. Не ведитесь на фейки, которые вам пишут в личку, пожалуйста. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Медалька, имба. Слушайте, я вот думаю все-таки... О, блин, имба, медалька. Давайте посмотрим, какая она будет последняя. Там 270 уровней всего лишь. Так это немного. Это немного. Это у нас ножевой кейс. Так, что у нас тут по ножам? Без паттерна. Вот такой вот нож. Такой кислотно-фиолетовый. Здесь у нас тычки. Слушайте, похожие тычки на прошлые. По-моему, прошлые тычки были в пасе такие же. Бабочка. Бабочка фиолетовая. Блин, да не, мне это на твинка надо донатить. Ребята, не знаю, зачем мне на основу. Мне все эти скины нужны на твинка. Вау, это паттерновый. Вау. А что тут за еще паттерны есть? Блин, прикольный. С паучками, классный. Так, здесь у нас что? Это у нас отвертка. Блин, классные скины. Блин, мне очень надо эти... Ой-ой-ой-ой-ой, блин, хэллоуинские скины мне очень нравятся, очень нравятся. Что за ужас на GG стендов? Разрабы вообще рехнулись и выкатили имбово-страшную обнову GG Лоуин. Сайт переобразился, и новые жуткие кейсы, наполненные скинами с обновы Nightmare, уже ждут тебя. Естественно, чтобы подарить тебе крутые эмоции и атмосферу страшно крутого праздника. Хватай тыкву и мой промокод на 20% бонуса и колесо удачи. Врывайся в обнову и забирай только жутко крутые скины. На ящике добавили зловещий фон, так что теперь открывать кейсы будет не только волнительно, но и страшненько. Бррр. В общем, это 100% нужно заценить. Вот тебе ссылочка и код на бесплатный кейсик в закрепленном комментарии. Так, это у нас тут какие-то пакетики с брелками. Аркановый такой вот брелочек. Шикарный. Это у нас легендарный брелочек. Слушайте, вот это вообще, блин. Классная штука. Ну, это так себе. Такое 50-50. Это какое-то зеркало с глазиками. Это у нас кукла Вуду. Слушайте, как и в Brawl Stars кукла Вуду есть персонаж. Джо-Джо. Ребята, это Джо-Джо. Вот это классный, кстати, брелок. И он рарочный, он должен выпасть мне. Так, наверное. Наклейки, блин, стали вот наклейки, да, делать такие вот 3D-шные, там что-то внутри переливается. А, это аркановая уже наклейка. Но это мне не нравится наклейка. Это у нас что? О, это у нас анимированная. Наклейки, кстати, прикольные, ребята. Старые наклейки такие дорогие и такие бессмысленные. Вот новые наклейки классные, можно классные сеты собирать. Реально круто. Так, по пушкам. О май гад, это у нас аркановый вал. Не, пацаны, я буду донатить, наверное, на твинка себе, потому что мне вот такие... Блин, офигеть. Или пересобрать инвентарь на основе. Или вообще твинка создать, а? Ух ты ж, пух ты ж, блин. Ой-ой-ой, вот это вал. Вот это вал. Ой, моя, ой-ой-ой. Что это за фиолетовый имбищ?
Это мне надо на твинка. Это мне срочно. У меня же там фиолетовый сет. Ну, это слабенько. О, Юспик, кстати, прикольный. Блин, ну, неплохо. А медалька, медалька. Я хочу медальку посмотреть. Медалька. Где медалька? О, вот она, да, последняя аркановая. Точнее, даймонд. Медалька. Блин, прикольная медалька, хочу я вам сказать. Прикольная медалька. Но я не знаю, если честно... на основу донатить или на твинка? Посоветуйте мне. Блин, да и туда, как будто. Не, ну надо куда-то в одно место. Просто у меня на твинке, ребяточки, получается фиолетовые. Ну, потом куплю, да, если что выйдет на рынок, потом куплю. А вот медалька мне нужна сюда, наверное, да? Я не знаю, напишите в комментариях. Мне просто тут фулл медали, а на твинке не фулл медали. Так, что еще? Рынок. Что у нас? Аренда, вот она! Сюда, аренда, вот она, аренда, все, вот они, скины в аренду, за 22 голды я могу арендовать, какой самый дорогой, интересно, смотрите, какой могу арендовать, я могу за 1000 голды вот такой арендовать скин, класс, так, ну это фигня, с быками у меня был, а я даже не знаю, какой бы, вот это самые дорогие, вот. Серьезно? За 90 тысяч? Так, пацаны, кто хочет, чтобы я сдал маг 10 руби в аренду? Я не знаю, там, за 1000 голды. За 1000 голды его сразу в аренду заберут. Блин, какие? Сколько 90 тысяч? Ты что, рофлишь, братанчик? Ну, не знаю, давайте на недельку подарим руби. Ну, я не знаю, за 999. Вот так вот попробуем. За 9 тысяч. А чё бы нет? Это вообще халява. С брелком, с наклейкой. Или это дешево, что думаете? Ладно, давайте попробуем. Или с 20 начать. Я не знаю, просто может это... Да мне кажется, это дорого. Ладно, давайте 15 тысяч попробуем. Если... Арендуют круто, не арендуют, понизим цену. Опа, за 15 тысяч холдик выставил свой маг 10 руби. Я офигею, вот это прикол, вот это песня. Я балдею. Так, хорошо. Это мы, ребяточки, выставили. Теперь, знаете, что я хочу проверить? Я теперь хочу проверить вот что. О, за 9 тысяч. Слушайте, ну, мне кажется, маг 10 реально можно подешевле выставить. Вот прям подешевле можно выставить. Вот можно выставить, вы знаете, за сколько? Реально, вот за 9,99. Нормальная цена. Вот нормально. Я думаю, нормально. С брелком... Попользуйтесь. Дигалаурейт. Блин, где мой? Выставите. Китаец, выстави, пожалуйста. Я прошу. Ребята, давайте так, наберите на этом видосе 20 тысяч лайков. И я найду этого китайца, который выкупил у меня. Помните, Дигалаурейт с 4 голдскулами. И я у него арендую его обратно. Я буду за ним охотиться. Я очень сильно хочу этот Дигалаурейт арендовать себе на недельку просто. Хармони, Керамбит Голд 4000 стоит, офигеть. М40 Монстр по 4000. Блин, ну я со свои дорогие скины все распродал. Мне даже выставить на аренду нечего. Реально, такого супер крутого я только маг 10 руби могу выставить. Боже, как все дешево, реально, за 800 голды. Ну, кому как, конечно. Кому дешево это, может, мне так кажется, что дешево. Но у меня была любая, любой скин у меня был, ребята, в инвентаре. У меня нет такого скина, который бы я хотел. С голдскулами за 12 тысяч. Смотрите, вот такой вот. Офигеть, за 12 тысяч всего лишь. Это очень дешево. Слушайте, мне кажется, что я переборщил с ценой. Мне кажется, я могу выставить за... Вот так вот, за 666. И это даже дорого. Ну попробуй, может вот так кто-то... Я только сейчас понял. Главное не перепутать вкладку просто рынок, где мы продаем, и аренда, потому что однажды я могу вот так вот выставить не в аренду, а просто продать. И это будет, ребят, это будет катастрофа. Ну какой скин взять в аренду-то, я не знаю. Ну блин, выставите хоть что-то с голдскулами, блин. Я хочу что-то с голдскулами, хоть любой скин с голдскулами выставите. О, Якудза с 4 этими. Ну, что-то так дорого, 5000. А это мой Дигл Якудза, это я его обклеивал. А, я в шоке, это мой Дигл. Но я не буду свои же скины, только если... О, кстати, вот такой скинчик я хотел с квинами. Есть такой с квинами? За сколько? Не с неончиками есть, со снотами есть. Блин, прикольно то, что они с брелками могут выставлять.
Я не знаю, как вы относитесь к аренде? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Оно есть с металлредами? С наклейками, естественно. С металлредами, если есть, я, может, арендую? За 10 тысяч. Ой, нет, да хотя зачем такой аренда? О, вот, вот имба. 10 косарей, это калаш арткула, капец. Блин, ну не дешево, не дешево. Все равно не дешево. 10 тысяч, блин, знаете, всего лишь на неделю. Прям не дешево. Это надо, чтобы еще нашелся кто-то, кто это арендует. Мне кажется, вряд ли фанатики будут это делать. Treasure Hunter. То же самое. А есть с голдскулами Treasure Hunter? Блин, я в шоке, если честно. Я в шоке. 5000 просто! За 5000 ты можешь взять себе калаш! Ребята, кто хочет на прокачку? Блин, я сделаю лютую прокачку. Я могу вам арендные скины набрать, либо постоянные, то есть какую-то жесткую прокачку сделать. Ой, у меня идея есть одна интересная, собрать вам инвентарь с голдскулами на недельку, поиграть. А чё? Ну, по нём понятно, что не навсегда, но тоже прикольно. Ребяточки, подписывайтесь обязательно на канал, потому что у меня столько идей, столько всего интересного. Ох, даже не представляете, ребяточки, мне нравится, прикольно, поэкспериментировать можно, что с этого получится, я не знаю, жаль, нельзя скины в аренду брать, так бы я вообще затестил эту темку. Так, также тут новые режимы какие-то добавили, да, бой на гранатах, зомби, аркада, дробовики, что это за кошмар какой-то, вилледж, дуэль 2 на 2, что, это рейтинговая дуэль или не, или это по фану? Что это за дуэль 2 на 2? А ну давайте просто зайдем. А, ну получается такая же дуэлька, как 1 на 1, только 2 на 2. Понятно. Понятно. Играть мы в это не будем, не. Тем более это не на рейтинг. Хотя бы прикольно было, если бы добавили на рейтинг. Так, ребяточки, я вот думаю, может реально повыставлять какие-то свои скинчики на рынок в аренду? Ну сколько тут? 500 голды. Ну что тут, что мне стоит сдать его там за 400 голды в аренду? Не, это мало. Да нет, что-то вообще не очень. Если честно, не знаю, как-то не очень. Как-то не очень дорого это все сдается и... Да блин, что такое 500 голды? Ну капец, я должен авик отдать на неделю за 350 голды всего лишь. Блин, ну это на неделю. О, а вот такой вот юспик. Хотите? Такой юспик единственный. Единственный в игре. Давайте... Ну, за 4-4, вот что-то вот так вот. Вот так вот в аренду. Бам. Юспик, пусть повисит на рынке. У меня такого супер чего-то дорогого нет, чтобы, знаете, можно было бы выставить за миллион голды. Вот. Но напишите в комментариях, может быть, вам дать что-то погонять за недорого. И я, может быть, сделаю либо прокачку, либо на стриме выставлю что-то на рынок. Друзья, спасибо вам за просмотр. В общем, я думаю, что мне надо записать какую-то топовую прокачку с подписчиком. Поэтому, кто хочет, напишите в комментариях. Подписывайтесь на телеграме на мой канал. И мы с подписчиком выберем либо постоянные ему скины недорогие, или, может, с голдскулами. И ему на недельку арендуем топовое, чтобы он поиграл, покайфовал и перед своими одноклассниками попонтовался. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующей серии. До новых встреч, пока!